Хотел вам рассказать историю, ну, так хорошо, прямо вот слов нет, никаких. Хочется просто смотреть на это все и в себя вбирать. У меня есть один знакомый, он не любит, когда его снимают, он не любит вообще, когда о нем упоминают. Поэтому мне придется рассказывать то, что он мне рассказал. А он очень много знает разных историй, замечательных. Таких, что ни в книгах не написано, нигде вообще. Все считают его чудным человеком, потому что его постоянно прет, он постоянно на своей какой-то волне находится. Он рассказал мне нечто. Нечто, что открыли ему грибы. Удивительную историю, сказку. Он сказал: почти все мы люди – это галлюцинация богов, принявших некое психотропное вещество и в настоящий момент находящихся в психоделическом трипе. Психоделики – психотропные вещества. Они меняют сознание, они его расширяют, модифицируют, искажают. На самом деле, это не забава. Когда-то давно боги готовили волшебный напиток сому. Для обретения волшебного напитка сомы боги вместе с асурами привязывают великого змея Васуки к высокой горе, возвышающейся из панциря черепахи. Боги держат змея за хвост, а асуры за голову, вращая таким образом гору и взбалтывая океан. Боги и асуры договорились, что, добыв сому, они разделят ее поровну. Однако в конце боги попытались обмануть асур, чтобы забрать всю сому себе, и между ними разразилась великая война. В итоге волшебный нектар оказался в руках богов. Люди, которые изучают древние предания, эпосы, предполагают, из чего состоял этот напиток, как он получался. Многие думают, что его готовили из мухоморов. Так вот, боги, как написано в индийских ведах, пахтали океан. Что такое пахтали океан, я не могу сказать. Они все собрались вместе с асурами. Это тоже какие-то существа, типа богов, но не боги. И вместе с ними они пахтали этот океан, дабы его вспучить, вспенить, не знаю, что с ним сделать и какой океан, простой океан или это был какой-то волшебный океан, вселенский. Они его пахтали и, наконец, взбили его, как сливки, наверное, взбивают. В общем, они это сделали, чтобы не делиться с асурами. Они обманули их и забрали себе весь напиток и не дали им испить. В Ригведе говорится, что сома породил все существа. Во время пахтания океана из него появилось множество чудес. Нимфы,
белый мифический конь, драгоценный камень, корова изобилия и даже луна. С тех пор волшебные грибы, включая мухоморы, считаются даром богов. Но на самом деле мой друг утверждает, что это не дар богов. Грибы выше богов. А почему? А потому что... Он сказал, грибы – самая древняя форма органической жизни на нашей планете и, возможно, во всей Вселенной. Именно грибы составили основу волшебного напитка сомы, который искали боги. Боги искали сому не просто так и не для того, чтобы обрести бессмертие, ведь они и так бессмертны. Этот волшебный напиток был нужен богам для того, чтобы проникать в другие миры. Боги с помощью этого напитка сомы, приготовленного из грибов, проникают в другие миры. Их легко определить. Они как люди, потому что люди – образ и подобие богов или бога, как утверждают наши религии. Но чтобы проникать в другие миры, эти самые боги, испив напитка сомы, впадают в трип. Их сознание преображается, и этот божественный трип длится определенное время. Он сказал, в том-то и дело, пока длится трип богов, наш мир существует, ведь с помощью сомы боги проявили его для своего осознания и получили возможность его воспринимать. Таким образом и был создан наш мир. Точнее, наш мир, он существовал всегда. Но именно боги открыли его. И именно боги нас создали, людей. Не все вокруг остальное, животных, природу, деревья, нет, это все было. А боги создали людей по своему образу и подобию. Многие чувства, доселе неведомые богам, проявились благодаря нашему миру. Боги научились отличать теплое от холодного, большое от малого, жидкое от твердого и многое другое, что обычно для нас созданий из крови и плоти. Обретая новые способности, любые живые существа становятся более развитыми, а значит и более сильными и могущественными. А боги всегда стремятся именно к этому. Вы можете верить, вы можете не верить. Это ваше дело. Люди.